И снова всем привет, с вами Алекс Трага и Хэлс, и мы продолжаем играть в Хантед. Для вас прошло несколько дней, наверное, с выкладки первой части, или не знаю, сколько еще будет. Да, для нас прошло минут 5. Да, не больше. Тут это, лечилка. У тебя полной жизни? Нет, у меня половина, но бери. Бери половину, у меня чуть больше. Возьми эту. Кого? Воскрешенку. Что тебе? Сам не спрячешься, да? Я тебя жду, ты ж без меня не выглядишь. Какой ты добрый. Так, вот будет стойка, я помню. Вон она стоит. Чья она там, твоя или моя, вот не помню. Я не помню. Ну, в общем, мы можем взять тут по две стойки стоит. А, ну и все тогда. Средний, быстрый. Ух ты. Даже получше нашли. Тут, если хочешь, щит на 200 пунктов. Кто? Щит. Ну да, мой уже вышел из моды. Так, стой. Что это за крюк? Нет? Господи, я его даже не заметила. Ну, что-то про баллисту сказал, похоже. О! Тут двумерный мешок с золотом был. Сундук с золотом. Слушай, хватит, я тут сражаюсь, между прочим. Везет тебе. Завербован. Что это не значит. Понял, убей для меня своих лучников, дедуля. Не то слово. Блин. А не стреляй по нам, да ладно. Неудачник, да? Эй, мужик, я тут. А угадай, кто это тут? Вы последний в очередь на баллисту. Не мешай мне. Почему нужно умирать тогда, когда у меня ярость накапливается? Ну, ты победитель по жизни просто. А может, ты сядешь за эту? Не, мне надо для максимум жизни руками бить их. Тут беда. Может, я сяду за эту? Ну, можешь, конечно. Ну-ка. Ты чё? А! Я не успел вылечиться. Ай. Не то. Я не помню, как использовать свои силы. Ну, Q и 1, 2, 3 менять. Если тебе интересно. Уже нет. Хватит их двигать и закрывать. Фатальки сделали, он просто медленно упал. Я ничего не делала. Эльф? Think any of your kind still lived? They don't. Well, whoever you are, you're heroes. I know that much. Конечно, мы хиро. Hardly. We're looking for the Lord Mayor. Что-то я совсем жутко выгляжу. Есть в кровяке. Как настоящий варвар. Да. Так вот это было в Страже Галактики. Ну что, будем добропорядочными или как получится? Тебе решать. Ну, как получится. Так. Тут, по-моему, что-то можно было
Слушай, у тебя везде. Что-то можно было. Вот честно. Ну, Харит, что-то валяется уже, это надо брать. То, что плохо лежит, надо забирать. Мы в этот город больше не вернемся. Вот эта дверь мне нравится, надо утащить. Тут много таких дверей. Нет, это особенная. В этом месте именно такая дверь, только дверь. Явно не хватает одной стрелы. Ну, что же делать? Я тебя потеряла. Бедненько. Заблудились. Да вообще. Что, у меня щит уже такой побитый. Правильно. Это у меня поджечь нельзя никак. А мне нож не самый нельзя поджечь. Ну, в принципе, можно, если обмажешь его керосином. С пауками сам справишься? Ну, с пауками да, вон там еще эти. Эй. Давай, я пока посторожу. Может, ты хотя бы спрячешься? Так я щитом держу, чтобы меня атаковали. А не тебя. Ты закрыл мне обзор. Я, наверное, подберусь поближе. Там этот бежит. Круто, у меня жизнями. Ну, ты так и знал, что этот паук меня сожрет. Ты любишь пауков. Так, мне надоело, пойду разберусь. Ух ты, я в мою голову попала. Нет, это мой паук. Нет, это был мой. Это был мой. Пора уже. Тут стоечка стоит. Можешь ее убить. Ну, а тут снайпер. Мы все умрем! Забери стойку, пожалуйста, иначе заберу и я. Так я же бегу. А может, я его смогу отсюда снести? Нет, походу нет. Да что мне какой-то гов... Да, даже не знаю, как это лучше обозвать. Политкорректнее. Так, смотри тут. А как нам это взять? Да. Ты его видишь? Да. Убиваем. Тебе его помочь или убить? Нет. Там какую-то штуку можно от того сломать. Неудобно играть на ноутбуке. Мышкой на ноутбуке. Ну, есть такое. Всё. Тут просто этот... Да, я вижу, что ты упала рядом со мной. А как это взять? Вон, смотри. Там, по-моему, что-то можно... Сейчас, подожди. Уронить? Да. Сейчас как-то много... О, нацелилась. Что-то уронила, там что-то открылось. Не помогло. А что ты где-то стрелила? Ну, вон там, наверху, где снайпер сидел. Вон там веревка висит. Видишь? И вон дверь открылась. Я, кажется, нашел. Ну, что там было? Взрывоопасные бочки. Да? Желтенькие такие. Ну, три потайных места. Еще три у нас будет по второму оружию. Я тоже так буду. Да, я все проверяю. А, знаешь, как смотри, какие сколько у нас бутылок? Слушай, точняк. У тебя одна, у меня три.
Точно, я и не заметила. Ну, вот смотри. Щит. Разрыв. Я у себя заберу. Ну, забирай. А старый твой хуже, лучше, что я даже не могу его посмотреть. И что бы нам такого прокачать? Стоит ли замораживать некоторых врагов? Ну, насколько я помню, иногда да. Поэтому не знаю, может быть, есть смысл, конечно, что-то другое пока покачать. Вот интересно, так, что... Меньше харизмы я буду пока прокачивать. Я буду на полную каждый этот умение, наверное, прокачивать. Здесь печать нет. Боли, я помню, какая-то херня он ставит, а смысл я так и не понял. Так у тебя то же самое есть? Ну, магия у нас одинакова. Серый огненный шар, бла-бла-бла-бла-бла. Ну, я так думаю, мне стоит лучше лук качать. Лук качай больше, да, я тоже на магию сильно не буду уповать. Надо эти качать в первую очередь. Открывается, он в такой голове, да, может... Да, в принципе, я все. Либо. Стой! Блин. Ну что ты хотел сделать? Ну помнишь, мы любили одновременно атаку? Вот собака. А, у меня щит сломал, тут я думаю, что не то. Да, делать фаталити вблизи, это так странно. Лучников лучше он убивает пока. Я вижу. Тут щиты вроде валяются. Там скрышалка, я пойду заберу быстрее. Бери, потому что у меня скоро я могу и так и кони двинуть. Я в принципе тоже могу. Но у меня две воскрешалки, так что даже... А, ну в принципе у меня еще это есть потом. Делится. Так, а я через укрытие их простреливать не могу, да, даже с ними с дырками. Ты что, помер? Нет, еще. Блин, я тебя даже не вижу, что ли. Ты сколько у вас там? Еще один есть. Подобрал еще третью бутылку. Их там три сидит. А ты там, что ли, шастаешь? Да. Обошел их с тылу. Тут бутылка, если что, есть. И помнишь, вот поджигать надо эти. Mm? Вот эти фиговины поджигать. Подожди. Да, так ничего, что мне пока нечем поджигать. Вон огонь. Вот здесь? Ну, а тут бутылка, если что, тоже возьми. Внизу, в смысле, или где огонь? Попробуй, да, внизу поджечь, мне кажется, внизу и надо. Нет. А вот здесь вот дальше. Так, там уже выход. А, знаешь, где, по-моему, сейчас? Пошли. Возьмем там бутылку пока. Тебе помочь? Помоги. Морально. Хочешь, могу тебе стрелу пустить? Не поможет. Ты еще скипидаром ее смажь, да? Для пущей радости. То есть тот огонь не подходил, да? Нет. И костыль опять ассоциируется мне с Dark Souls. Будь проклят. Так, поджечь то, что у нее там в руке, да, по-моему? Ну да. Так, странно, только она не активируется. Ну вон тот, по-моему, зажечь надо. Либо он тех. Нет, тут все на автомате. Ну, слеза дракона. Все? Что? Ну,
Ну, помните, начала куча всякого вкусного дается. Три уже нашли. Ну, видишь, меньше маны требуется. Антиса, флаг сможешь сжечь? Ну да. Не-а, оно даже с телом не проходит. Оно просто очень тонкий, насквозь пробивает. Ну, думаю, это было бы заметно. Почему ты идешь первый? Это глупо. Ты же стрелок. Это я должен впереди идти. Какая странная анимация. Тут нет ничего такого, она руками машет. Ну ладно. Но зачем менять направление тоже с одной стороны, с другой стороны, плечами? Красиво. Тут смотри, а, все. Да вы достали. Они любят немедленно оружие давать. Эта башня должна быть городской площадью, ясно? То есть такие дурацкие городские площади. Мы привыкли, что они плоские как-то, да? Двумерная плоскость. А тут плоская вверх. Да вообще мы мимо проходили. Ой, тут помнишь ад? Я помню. Там, по-моему, еще надо потом баллисты брать. Да-да-да. Кажется, его убили. Главное, он сказал, что указал, надо. Что делать, да, надо. Так. И все, иду. Где? Нет, там что-то пока сбоку хотят меня все время убить. Так, сбоку там, по-моему, уже почти нет, там уже никого нет. Ну, теперь вроде нету. Не прячься. Обязательно сделал добивание. На, это ты тут уже его решил добить. То есть смотри, что-то он еще не помер. Ах! А куда это вы? Что, Лоти, отвернулся, да? Еще бегут. Да? Да вы достали. Пробивают, или у меня щит уже сломался? Господи, я сейчас сама помру. Скинь меня вначале, там я тебя спасу. Да я уже сама себя спасла. Ну смотри, по-моему, проще проходит, чем в прошлый раз. Я понял, мы здесь... Ну, потому что опыт уже... И ж опыта больше. Так. О! Все нормально? Ну, не считая того, что меня тут ушатало. Потому что тут, по-моему, никогда не ушатывало. О, тут еще враги, смотри. Сам справишься или поможешь? Они стрелковые. Сбоку, что ли? Ну, я вернулся чуть назад. Хотел проверить место. А где, не наверху, где? Сбоку. А, вижу. Да вы достали. Так, там еще один бегает. Так. Пойду их так побью, наверное. Даже дорога туда ведет, так понимаю. Да. Да блин, они как тараканы. Да, очень противные тараканы. У меня три бутылки воскрешательных, а у тебя хоть одна осталась? Одна. Ну хоть, то хорошо. Что ты сделал? Вызвал касцену. Это особый дар.
Я и телепортнул тебя к себе. Ну, спасибо вообще. О, посмотри, бутылка есть. Я уже взяла одну. Еще возьми, у меня все три. Ау! Это было больно. Тебя зарядить? Да пока не надо. Щит сломан. Ау. Я очень рад. Слушай, уберите их с баллисты, типа ледоков, потому что я сейчас могу помереть. Блин, все, спасай. Где-то я там. За колонной лежу. Теперь меня спасай. Ты что? Ну, у меня жизни было на один удар. Как его так на куски разорвало? Ай, нет. Ау, ау. Махаю такой, махаю. Да блин. Что-то не заладилось. Тебя точно не зарядить? Да, уже справились. А, у меня же щита нету, да. Кто-то, я думаю, что-то меня выносит. У меня последняя бутылька. Если что, подведешь у меня еще одна. Вот что-то их много, уже убегай. Я их пока не потяну без щита. Ау! Да беги. О, у меня бутылка, если что. То есть там еще одна есть. Да что ты? Если успеешь, то я... Кинула. Лети, да, вижу. Отбегай. Ау. Я ими тут сейчас займусь. Ау. Ну что там? Ай, со спины. Вообще дикий тип какой-то. Слушай, да как они со спины подходят, я не пойму. А где бутылка? Есть бутылка? Есть бутылка, вон там позади за колонной, вот за статуей. А, все, умерла, нет? Да. Там а, вон колон... вижу. Да. Эх. Там была бутылка. Короче, тебе бежать на баллисту? Мне кажется, да, туда надо на баллисту забежать. А я буду это самое их... Так, а где... В ближнем бою держать. Что-то мне кажется, что мы... Да. Очень далеко. Yes, and I bet that town hall is nearby. Come on. Стрелы же. Так, там еще никто не выбежал. Убежу. Какой добрый, взял, чтобы я в шею ему не попал, голову подставил. Так, подожди, там кто-то сидит к нему. Просто я даже не попадаю. Ты что, все? Враж? Угу. Так, сбоку вроде никто не обстреливает, да? Так, еще партия. Решила зарядить такие. Почему? Ну, хотя да, ты сейчас все-таки будет. Я тебя за врага приняла. Так, у меня три бутылки. Две. Там чуть дальше. А что, подожди, сверкает, это золото или полезные вещи? Золото. О!
ты жив? Да. Там, если хочешь, там еще одна бутылка лежит. А-а-а. Мне бы воскрешалку бы лучше. Ну, в смысле, воскрешалка лежит, вот, да. Ну, в смысле, скоро понадобится. Ну, окей, можешь помирать быстрее, чтоб я ее взяла. Ну, давай, сейчас найду кого-нибудь. А, ну, куча бутылок, да. Блин. Там... Давай побежим туда, как получится, так получится. Заряди меня пока, может. Я сейчас побегу до сюда, да. Блин. Вот одной воскреси меня, да. А у меня там совсем было немного. Вали отсюда, собака. Так, давайте я сейчас быстро заряжу. Так, мне, подожди, мне надо с нее башню, да, уничтожить? Ну, по-моему, хотя бы это самое, этих можешь побывать пока. Или он только в эту сторону? Нет, твою тоже идет. Так, какую башню там надо уничтожить? Вот эту главную, большую? Да. Так, я скоро уже двину кони. Так. Давайте попробуем. Чёрт. Кидаем. Бегу на помощь. Блин, достань, достань. Давай, иди, защищай я пока. Ну, задел. Все. Я только тут рывок сделал, чтобы двоих домочить. Посмотри, какой он толстый. Мне даже два раза его показали. Потому что мне только эта ставка загрузила. Спасибо. Мы They've lived in the dungeons beneath the city since, well, before I was born. But the cowardly beasts always kept to themselves, never dared to come out in force. Not until my reign. Any idea as to what would make them so aggressive? There is a substance the Wargar have been seen drinking. Some vile, silver liquid. Makes them very strong, nearly invincible. Evil stuff. A few weeks ago, one of my best men found a vat of it while patrolling the hills. Had himself a taste. It made him strong, strong as 10 men. But it didn't last long, and it left him different, angry, and obsessed with finding more of the stuff. I had him confined, but he escaped, killed 2 guards, and fled in search of more. He was last seen heading down into the dungeons. I don't suppose he returned. No. No one does. I'll make you a deal. Go down there, rescue as many of my people as you can, and find my daughter. Return her to me, and it's 1,000 gold for you. You've 1,000 here, easy. 330 каждому. Всем. You're sending us into a horrid dungeon no one ever returns from. You think that comes cheap? Fine. 10,000 each. Мы за 2 часа игры 1000 собрали, по-моему. Да. This passage will get you out of the town. Вот так вот каждому раздай, и денег не останется. Ну, извини меня, не кажется, спускается как бы прихоти в подземелье. Может быть, каждый. Там же гора трупов. Поэтому у него почти армии нету? Ну да. Он всех их туда отправляет. А вот здесь, по-моему, уже будет секрет. Да, притом дохрена.
Так, 30 минут мы отыграли еще. Минут 15. Дневник обновлен. Стрелы. Так, обменный кристалл. Тут, если хочешь, ванчик лежит. Надо есть. Да, пора, потому что у меня 62. Давай гляди на глазах. Так, подожди. Зажги его. А как я зажгу? Где ты видишь его? Ну, это уже другой вопрос. Давай посмотрим, тут не было. Привычка шифтом бежать. Значит, надо найти и вернуться. Все как обычно. Ну да. А, там, по-моему, чуть ли не все подземелье надо пройти, чтобы активировать. Так, наверх или туда? Давай сюда, здесь, по-моему, секретка. Да. Прям такая секретка. Хотя не, да, по-моему, сюжетка. А вот тебе и костер. Что, мне пойти зажечь? Так, тут что-то факел. Я пойду зажгу? Видишь? Ну пойди пока зажги, я тут посмотрю, можно ли к вам тут забраться. О, я тут, смотри, сквозь эти прохожу, сквозь камни. Господи, я призрак! Ну и чё, там открылся проход? Не знаю, но я зажгла, и можешь пойти посмотреть. Ну как бы да. Ну как бы пошли. Но как бы этот проход, по-моему, должен был либо сразу скелета замочить. Или пройти тот посмотреть вначале, даже не знаю, да я сбегаю пока туда. Можем разделиться. Ну, плохая идея. Думаешь? Ну, хотя у меня полная жизнь, но без бутылок. Что-то далекий проход, да, и тут, по-моему, разборка будет, из которой не вернуться. В плане, ты, по-моему, перепрыгиваешь ограду и все. Поэтому пойдем давай того скелета замочим. Он, по-моему, все равно сюжетный тоже. Он разве идет по квесту? Ну вот поэтому, который дал. Нахрен его знает. Так. Чем там, нужно его тут двинуть или нет? Или крышку поднять надо, да? Нет, смотри, здесь. Ищи диск. Вон и диск один. По-моему, как оно активируется, он или что? Это я не знаю. Увидишь, что это вообще он? Нет. Замечательно. Ну, а по-моему, по всему этому подземелью надо бегать, чтобы их все собрать. Так, что-то мне это не нравится. Стой, что-то тут. Что-то удерживать можно. Секретка. Давай, ты сможешь. Конечно, ты знаешь, как силы требуется пробел сжать? Аккуратно, тут враги, по-моему, могут быть. Пока никого нет. Тут кнопочка. Я вот не знаю, на нее стоит нажимать или нет? Да-да. Да, не стоит. Молодец какой. Я, правда, ожидал сбоку, что они будут никак не сзади. Мне вообще чудом повезло, что они меня не задели. Ну, меня как-то не задело. Они, наверное, голографические. Чисто попугать. Вот смотри. Вот еще какая-то фигня лежит. А, он и синий огонь. Его тоже они-то могут быть зажечь. Ау! Черт, я забыл про этого паука. И что с ним делать? Бей, насколько можешь. Я буду пробелку сжать. Отпусти меня, чудо-трава. Говнюк, пол жизни оттяпал. Ну, садила 20 стрел. А ему хоть бы хны. Да. Так, ну. По-моему, тут еще где-то поломан, по-моему, будет. По-моему, этого. Может быть, вернуться надо с этой синей стрелой, я вот очень плохо помню.
Пойдем наверх, может быть, вначале сходим. А мы разве сюда не пришли? Сверх? Нет. Там... Во-во-во, смотри, вот сюда надо подпрыгнуть, по-моему. Давай сам сражайся тогда. Куда там тебя пульнуть? Дальше, дальше. Походу, что будет место. Через ограду нужно будет пульнуть вот здесь, наверное. Да, во. Что, дальше не пройдем? Ну, давай посмотрим, что тут вначале. Тут, по-моему, сейчас огонь сгорит и все. И начнутся. А вон там, смотри, еще один тут знак. Тут сундук. Ну, ты сундук сейчас откроешь, и, по-моему, набегут. Ладно, я пока не буду его открывать. Тут, смотри, две этих самых или сколько тут? Два? Три. Три даже. Средний или быстрый? Ну, 26 не намного лучше. О, ну-ка. Где ты? О. У меня лучше. Ну, до семьи, подождите. Ну, тоже гадать было бы тогда, только для тебя. Где там сундук? Давай. А где скелеты? Ты расстроен? Немного, они должны были появиться в этой куче. Из кучи скелетов. Может, это другое было место, конечно, но... Очень странно. Тут еще одна какая-то стена. Но мы сюда и были здесь. А может, здесь тогда что-то можно зажечь? Так, у меня появилась полоска жизни, и тут еще кто-то, по-моему, шипнул. Ау! Ладно, скелет убиваю. Или мне потратить огонек? Ну, надо. Давайте еще одно, у меня ярость накопилась. Одна. Обойдешься. Так, ну мы здесь были. Пойдем дальше. Куда? Надо вернуться к этому, наверное. К дереву. Это было дерево? Ну а что это? Ну камень. Слушай, тут стена. По-моему, ты можешь задвинуть. Ну ты помнишь, что это было? Вот, да. Если вот этот дым идет. Так, осторожно, здесь непонятная кнопка. Здесь ничего нету. Так. Саша, блин. Что? Хватит наступать по неизвестным кнопкам. Ломай эти черепа. Меч возьми. Где? Меч. Поменяй на меч, в смысле, и ударь. Может, это не сделается? Он жизни. Нужны? Нет, убрались. Убрались. Ну, теперь могу сражаться за то. Смотри, тут еще одна плитка. Нет, интересно, просто надо найти или что с ним надо сделать? Я помню, что их вроде подбирать. Подбирали мы или еще что-то. Или активировали как-то. Тут сундук. Я уберу. Окей. Вон, 2700 мы набрали. А, вот это не то место как раз таки. Вот здесь, наверное, свет и полезет. Сзади. Ау. Во, давно надо было. Ой, прости, там так разбило. А, две твои все равно. Да? Ну тут две, три их опять. Все?
Тут жизни, смотри, ого, или тебя полные. Так, мне еще одну ломать? А, еще одну ломать, да. Я себе взяла помедленнее, но... Ну, он посильнее. Как рейлган будет. Тут два сундука. Ничто не ведет на оружие пока вообще. Так, пошли дальше или туда? Ну да, вроде бы. Сейчас подождите, посмотрю еще раз. Скелет. Ты уже приключение нашла? Да, себе на задницу. Быстро убила, быстро деньги собрала. Ну все правильно. Все правильно сделала. Так, смотри, а здесь выход туда, в эту гробницу. Ну, я же говорю, тут целый круголяп надо сделать. Но, по-моему, так ничего не собрали, тебе так не кажется? Ну, да. Может, что делать? Так, мне что-то мне это не нравится. Ну, что-то где-то кричит. Если что, зарядишь сейчас меня. Угу. Я не понял, как восполнить эту ману? Она сама восполняется. Подожди, можно вначале прочитать? Здесь лежит... По-моему, их надо было читать. Да, надо было вначале прочитать просто. Зашибись просто. Странная светящаяся штука. Я не буду ее трогать. Так, эта стенка... Ну, давай по разным направлениям разглядемся. Да лучше держаться вместе, кто ее знает сейчас. Слушай, по-моему, сколько они стреляют, они ни разу не попали. Ну, такие строители-неудачники. Да, можешь пойти зарядиться, хотя там потом... А зачем? С другого места будет. Так, две бутылки, ой, да? Не то. Она не заряжается. Не хочет. Вообще никак не хочет заряжаться. Я просто не понял, как ману использовать, именно бутылек маны. Она сама, говорю, восполняется, когда маны не хватает, она автоматически пьется. Так. Ну вот. Можешь меня зарядить издалека? А фиолетовая? Сейчас найдем. А где ты? Помнишь ту стену, что я ломал? Ух ты, блин! Я тебя зарядила. Только толку не туда, я вот тут как раз. Так, тихо. Нет. А ты где? Я там, где это, до стены, да. Ну что, там жив еще? Пока еще да, ну беги ко мне. Я тебя не вижу. Где ты? Внутрь забегай, да. Я-то пока от него скачу, чтоб он... Блин. Так вот зарядился? Не, ну я зарядился, но... У меня нет бутылки. Он меня сбил. У меня есть, я тут выкинул, по идее, должен был. Охренеть. У меня было около тебя бутылки. Странно, у меня две бутылки должно было быть. То есть он одну выкидывает. Ну, господи. Сейчас мы и заканчиваем этого босса, надо заканчивать его совсем, потому что 44 минуты. А где он? Последнего камня, интересно или нет? Так, здесь тоже тяну. Да, блин. Ну, похоже, совсем с самого начала. Может, мне правда тебе в задницу стрелять? Может, ты быстрее двигать начнешь? Ну, хоть мы сразу все соберем, наверное. Это да. Мы, конечно, уже сильно затягиваем серию. Можем оставить босса на следующую. Ну, если мы сейчас выйдем, то сохранка будет с этого. Спасай. Повой. Кушай. Пробелом там жми, потому что я его убью, что-то ему абсолютно хуй этого.
Больше половины жизни. Must be what that giant head was talking about. Light an arrow on it and let's get out of here. Unless you're still. Мне что-то пропали все субтитры. Да. У меня есть. Я далеко говорю, поэтому ты не слышишь. Ну, будем считать так. Так, скин сейчас будет сбоку. Двигай стенку. Пойди пока, подожги тут. А, кстати, лук сохраняется, то есть... Он от три выстрела, по-моему. Нет, в смысле, мы тогда убили, когда здесь уже ходили, я взяла этот лук. Когда мы с тобой здесь уже гуляли. Мы сейчас на начале подземелья, у меня все равно есть этот лук. Ну и хорошо. Тут еще одна стена есть? Да, сейчас... Это та же самая. Пойдем замочим того засранца. А мы все камни собрали уже? Нет. Но когда я подобрал тот, он и появился. Так, здесь стойки. Вот камень. Я его подбираю, фиолетовый. Подожди, где ты там? Фиолетовый камушек. Вот здесь где дверь открылась. За решеткой. Вот здесь. Ну иди вперед. А. Крыша ломай. Я возьму бутылку. Ну это же горю, они вылезут. Позади. Ау, ау. Жизни вообще нет. Да. Ломай все три. Там же три еще будут, и я их потом сломаю. Может, повезет больше? Средний. Не. Что-то мне как-то медленно побольше нравится. Ничего. Ну, он ущерб у него выше просто. В другую сторону. Пойдем мстить нашему товарищу. Опять косые стрелы? Так, сейчас готовься. Я сейчас заряжусь. Ты меня маги тоже? Или надо сбрасываться? Заряжай. Ты не собрал почти всю ману. Не, смотри-ка, все эти руны есть. Теперь все, мы тут еще фиолетовый тогда не взяли просто. Блин. А, и этот сбросилась твоя. Господи. Вы что там с ним делаете, не пойму. К нему попасть не можешь, по-моему? Нет, у него жизни просто до хрена. Так, ну все, вот мы справились, а денег нету. В закрытом сундуке, окей. Да, немного бывает. Мама. Тут лежит меч какой-то. Я сейчас буду смотреть как раз тут. Ну и все. Да. К сожалению. Воу! Ну, сюда. По-моему, тоже сейчас. А, подожди. Ладно. Мы что, не сходили? Где там была?
Где там? А там сбоку, помнишь, проход был? Мы там были, я же там собрала три этих. Разве? Да. Так, заряжай меня, если можешь. Так, видимо, рано, да. Ничего-то еще не появился. Но... Все гораздо проще. Так. Что там, если остановилось? Да. Во. А теперь надо заряжать, да. Ой, что-то гробик рядом со мной поднялся. Ты счастлив, да? Плохая примета. Только он идет ко мне. Но я все равно рядом с тобой. Давай, сейчас заряжу. Спасай. Так, где он? Давай, я обхожу со спины его, а ты... Так, я ему попыталась щит сломать. Знаешь, по-моему, я для него более привлекательна, нежели ты. Уходи из этого места в зал. Чё, нету щита или? М? Блин, у меня что, тоже нету щита? 1-1. Квестовая, помнишь, у меня их 3 нужно собрать по всему уровню, и в конце это будет крутое оружие. Так, ну чё, одна твоя, одна моя? Какашка? Да. Так, а зачем нам это? Ну, потом сейчас дерево, по-моему, надо будет распрыгнуть. Хотя, по-моему, там все-таки не были. Какая разница уже? Ну, там могло быть что-то полезное. Где-то кто-то сделал. Пропали все субтитры. Ну, конечно, кто бы сомневался. Отойди, пожалуйста. Давай. Тебе тоже зарядить? Не, не надо. Просто убивай его. Я его специально повернул спиной. Вот и все, собственно. Все потому, что мы банда. Она мне наверит? Да, вот теперь, по-моему, нужно ему запрыгнуть. Смотри, он-то что-то мелькает. Я же убрала. Ну да, но что делать? Черт возьми, жди. Че, мне может бегать все-таки в то место, которое я думаю, что это было. Пока ты. Долго будет, наверное. Я же добежала что-то. Нигде. Тут еще бутылки вон не собраны. Вон. Эти самые тут, смотри, есть. Стойки с оружием. Да там, да распивай, это надо купить. Короче, я 3 стойки ломаю, смотри. Ну, следующая гадость какая-нибудь. Да, тут все херня. Если тебе херня бы выпала бы. Все, подожгла. Ой. У меня гости. Блин. Тебе подождать? Подожди, я с ними справился. Надо знать, когда применять магию. Беги-беги. Что беги-беги? Я просто констатирую факт. Я про тебя ничего не сказал. Правильно сделал. Все так знают, что ты не умеешь магией пользоваться. Да иди ты нафиг. Если начну пользоваться магией, у тебя больше не будет с кем сражаться. Конечно. Тебе станет скучно играть. Тебе столько магии не будет просто. Не беспокойся. Все-таки как бы мы там не кристалл забыли, не знаю, меня терзает все-таки. Господи, ты параноик. Но мы тут проход точно не посмотрели в этот раз. На повторе надо будет посмотреть, что там лежало. А там лежал какой-нибудь кристалл. Так, все, смотри, сохранка была. Давай на этом, пожалуй. А я не знаю, нам, как она будет. С этого момента мы будем или с самого начала. Если что, дойдем. Думаешь?
Знаешь. Не, предлагаю так сделать. Давай мы закончим, я тебе скажу как. Окей. Давай. Все, с вами был Алекс Трага. И Хелс. Всем пока.